Всем привет! Мы приехали с мальчишками в комплекс Марион. Это комплекс, где мы были в аквапарке. Сейчас покажем, кстати, здесь у них так интересно сделано. На ступеньках показано, что есть в этом комплексе. Вот синяя ступенька, боулинг. Вот именно сюда мы идем. А вообще, смотрите, что здесь есть. Мы были в термальном комплексе и в аквапарке. Вот здесь касса аквапарка, в котором мы были. Ой, сколько воспоминаний, скажи, Боря, про аквапарк. Вот там мы были. Здесь фитнес есть, кстати. Да, недавно. Термы и боулинг внизу. Здесь, получается, можно полностью по комплексу все вместе сходить. Ну, то есть и туда, и туда, и туда. А можно выбрать отдельную зону какую-то. Вот как мы сейчас выбрали боулинг. А вообще комплекс очень огромный. И здесь можно ездить. То в одно место, то в другое, то в третье. Вау, как здесь красиво! Здесь выдают специальную обувь. В другой на дорожку нельзя выходить. У нас 2 часа времени, нам выделяют дорожку нашу. Сейчас расскажут правила, наверное, как играть. Самая легкая. Либо ты берешь вот эти 12 пальчиков, либо так. Смотри, как здорово ты бросил в первого раза. Давай, папа. Почти 3 штуки осталось. Ого! Ты когда-нибудь играл в боулинг? А? Играл когда-нибудь в боулинг? Никогда. Это первый раз бросал? Да. Вот так. Ого! Смотри, как ты здорово кинул, сына. Ай, в сторону. Первый раз в жизни буду бросать, играть вообще в боулинг. Ты мой хороший. Лети в центр, сбей мне все. Смотри! Ого! У тебя 3 только осталось! Почти! Все! Папа, все сбил! Обнимайте папу! Папа, все сбил! Папа, ты герой просто! Ты просто герой! Молодец! 8 штук сбил, папа! Чтобы 5 дать. Пришел, давай 5. Получается, папа у нас лидирует 30, потом я 25, а потом Паша 23. Все время подходит, говорит: мама, я так верю в тебя, мама, я верю в тебя.
ликуем, все ликуют. Такая игра, такая, знаете. Все, начинаем? Мы начинаем вторую партию уже на борьбу за первое место. Уже так, оттренировались. У каждого есть навыки уже. Все, играем, да? Да. Посмотрите, что вытворяет Саша. Ликует Паша, и ой, папа и Саша. В выходные здесь очень большой ажиотаж, все дорожки заняты. Люди празднуют дни рождения, приходят с детьми семьи. Конечно, в будний день здесь попроще. Если кто-то любит вот такой ажиотаж и шумиху, конечно, нужно занимать дорожку, покупать в выходной день. Но если вы любите поспокойнее, то лучше, конечно, идти в будний день. Мама 69, это общий за две этих. Паша 61. А, так, это Саша у нас 22 и Тимофей 57. Ну, у Тимофея 57, потому что мы в первом выиграли. Но все равно молодец. Он где-то своих 30 выбил. А в этом раунде победил папа со счетом 104. Молодец, папа. Давай выберем, определимся. Да, я пойду закажу, потому что они это. Давай, давай. Готовятся. Так, давай. Сейчас посмотрим, что. Один банкет, второй банкет, и там еще три банкета за столиками. Движуха полным ходом. Ой, мы такое заказали, такое заказали. Мы, короче, сейчас все покажу. Нам принесли мохито безалкогольный. Ох, какой он холодный, слушайте. Это клубничный мохито. Попробуем, что это такое. Там ягода какая-то, да? Ягода, листочки зеленые. Кто попробовал уже, как мохито? Не, а ну попробуйте. Понравился? Да. Вы посмотрите на его лицо. Нам принесли наш заказик. Пицца здесь делается по месту. 15-20 минут. Да, чуть-чуть буквально попозже. Мы еще заказали мороженку, попозже принесут. Заказали три разных пиццы. Вот это гавайская, да, насколько помню, да, гавайская. Потом две заказали пепперони и одну заказали деревенскую. Ну, одну пиццу мы примерно унесем домой. Хотим еще Боречку порадовать с Анюткой. А три пиццы съедим. И картошку фри заказали, так чисто, знаете. Это мама себе так чисто. Нет, нет, это дети попросили. Да? Буквально, ну буквально чуть-чуть, много нет, а вот так, знаете, порадовать себя пару штучками. Ну ладно. И мохито, и мороженку нам принесут чуть позже, покажем, какую заказали. Какая пицца вкусная.
Тёма сейчас будет подвиг совершать, лайм кушать. Я хочу лайм попробовать. Так, тебе... Сладкий? Нет, горьковатый. Горьковатый? Вот это он, наверное, дает горчинку. Кисло-горький или нет? Или сладко-горький? Кисло-горький. Кисло-горький. Вот Тёма впервые пробует в жизни лайм. И Сашунька кушает. Как тебе лайм? Вкусный. А папа, ты какие будешь? Какой останется, такой буду. Просто. Тогда белый и шоколадный. Хорошо. Да? В общем, боулинг оставил у нас очень классное впечатление. Кому-то он понравился больше, кому-то он понравился меньше. Например, Тимошке так себе говорит, понравился. А нам вот с Пашей, с Сашей, Боре очень классно понравился боулинг. И, скорее всего, мы будем в Иркутске устраивать какие-нибудь турниры, а Нюту подсадим на боулинг. Ну, по крайней мере, она попробует. А, вообще, сейчас стараемся, пока детки вот подрастают, походить по разным местам, попробовать, что нашей семье по вкусу. Вот приедем в Иркутск, тоже хотим попробовать сходить на лыжи все вместе, там еще что-то. Мы сейчас подыскиваем совместный отдых, совместный вид развлечений, который бы нравился всей семье. Вышли мы из боулинга, ребята сели отдохнуть, пока Боря вызывает машину. Такси смотрит цены, доедем, не доедем, в общем. Но очень классно мы провели время. На этом будем это видео заканчивать. Сейчас мы вызовем такси, едем домой. Анютке везем пиццу. И из боулинга мы себе заказали пиццу. И везем Анютке и Борюсику тоже подарочек от нас. И всем пока, до новых видео, правильно? Пока-пока.